Мне то же самое было раньше. Покупал, типа, хотел какой-то транспорт, хотел какую-то недвижимость, там покупал, а потом, ну, типа, отдавал вообще за малые деньги вообще, типа. Алло. Влад. Да, я тебя слушаю. Ты живой? Ну, как слышишь меня, да? Да. Ну вот, значит живой. Ого, как так? Что делаешь? Не понял. В смысле, как так? Вот сейчас я не понял. Мне делать просто нечего, мне скучно. Чем занят, говорю? Мы собираем сейчас людей на сбор, как бы. На кого? Сбор. Какой сбор? Просто сбор. Зачем? Просто посмотреть, насколько они быстро соберутся за 10 минут. А можно меня к вам присоединить сейчас? Ну, приезжай, конечно. Ну, сейчас зайду. Сейчас подрублю все. Там Джонсон в тебя стрельнули или что? Что ты ходишь так? Сейчас кто сюда будет заходить, говорите, что узнаете, как только приедете. А, что происходит, типа, да? Да. Понял. Интересно, кто... Pal, I'm a professional. Don't push me. Сядь в машину или нет, стой как-нибудь, да, вот так, стой, ходи там. А, полиция ЛС 9 человек. РКШД 1 человек. СФД 7 человек. А там Кузьмин стал на РКПД, что ли? Да. Мне фраб сейчас с звуком идет, типа лишнего ничего не говори, на всякий случай. Окей. Да, прям. Сам ты корона, понял? Дай мне антибиотики, если у тебя есть, я тебе деньги сейчас дам. А куда это есть? СФПД. Сейчас вот одену. Господи, с этими проблемами. Я оружие забыл. Этого Как же мне... хватит? А, окей. Босс, не знаю, сколько они там стоят для у тебя. Я не знаю, откуда я короной болею, я вообще даже в местах общественных не хожу, типа. Маски, да? Но он Маски баг... ходить Не, да, надо. он был багнутый, забей. Что он багнутый. А, Не, кстати, у меня 6, маска хорошо защищает. 7. И чё такое у нас возле этого? Два бомжа какие-то на машине. Ну, забей, это ДМщики обычные. Блядь, то есть меня сейчас будут дэмить, что ли? Ну, может быть, да. Я не хочу. Ну, тебя они не спросят, это же... Твари. А почему... Вот, понятно, мне сейчас реагироваться надо. Кастрюля. Все, блядь. Вот. Ты слышишь, ты отдельно с ФПДшником пишешь? Не смущает? Отдельно с ФПДшником? Да. Ты не вдаю пишу, вот а с ФПДшником. Такой ваш этот Джеймс Митчелл. Ты так поаккуратней, фрапс идет со звуком. Да. Блять, опять фрапс. О, под фрапс. Как бы сказал Калинин. Владик, смотри, вот вопрос. Если бы
деньги были счастьем, то кем бы... Что, если бы что деньги были? Если бы деньги были счастьем, кем бы ты был? Счастьем. Вот эти вопросы теперь задают на обзвонах МЮ. Так, а... Чё? Ну, у нас сегодня Калинин спрашивал это на обзвоне. А, это Калинин, забей. А Калинин чё у тебя спрашивал на обзоне, если он не сидящий за... Та-дам! Пам-пам-пам. Чё-то не состыковочка какая-то. Причём, когда я ему сказал, что я был бы банкоматом, он меня забраковал и сказал, что не... Банкоматом? Угу. Зачем? Да я по рофлу отвечал, господи. Такие дебильные вопросы. А чё ты хочешь от Джимми? Ты понимаешь, что ты сейчас это под фрапс рассказываешь, ага? Звук вырежешь. Всё равно эти фрапсы никто не слушает. Я слушаю. Да, принципиально. Нет. Сколько денег из Уберки вывел? Я расскажу. Мало, очень мало. Мало? Больше 100 кака? Мало, очень мало вывел. Я почти даже ничего не снимал, алё. Чё прикалываешься, господи? Серьёзно? Там же на изи выводить. Угу, а ты попробуй, давай, удачи, ага. Ну, когда эти стояли, прошлое, не будем говорить фамилии, мы выводили легко. Угу. И просто тратили на эти, как их, контейнеры. Контейнеры? Он не знает про контейнеры, он начал играть вот недавно. Я два месяца назад начал играть. Даже меньше. Два месяца... месяц и... Этот... Три недели назад, да. А кто, Владик, слышишь, кто при ИСТе стоял на Губерке? Нарея вроде. Или где-то там он бегал, потому что мы через него бабки все выводили. Кто такой этот ваш Дипо Эдисон? Я его даже не знаю. Франк Сторч, бывший девятка лоб. Шо, бля, не знаю таких. Почему он Эдисона выбрал? Понял. Я ему разрешал? Нет. Как-то так. Я, значит, первый Эдисон, блядь, на сервере. Да, теперь вон толпа всякие айки. Блин, я хочу вернуться в 2017-й. Чтоб был я один. Тут... Чувак докопался до админа. Угу. Мичел, почем ночное видение стоит? Ты у меня вчера спрашивал, я тебе ответил то, что я не помню. Я не центральный рынок, блять. Я не бегаю, я не барыга, я не знаю, я покупал за 3 лимона. Да, ладно, ладно. Где ты? Я покупал за 3 лимона. Сейчас я хочу. Вот это передать. Просто понимаешь, он со скином свата, вот, который у меня сейчас стоит, он идеально просто смотрится. Я за этого и купил. Он вот из этого Splinter Cell играл, если вот это то же самое. Splinter Cell Blacklist. Отлично вообще подходит. 4 минуты 53. Ну я дам скину Дани, она пусть выпишет устники тогда. Блин, так язык болит. Ты я знаю. Не закрывай, подожди. Стой, тихо. Осторожно.
нет, но у меня инет лёг. Ладно. Вот до этого скручу. Здорово. Что у вас тут? Мичу. А где сбор сейчас проходит? Сбор проходит в гараже Санфьера, полиции Санфьера. Ну, я не успею. Я так и зашел тихо. Или вот там сколько будет еще стоять? А, подожди, я сейчас с девяткой поговорю, или кто вот передо мной стоит. И тогда давай с тобой поговорим. Да, да, мне надо знать, сколько там будет стоять, что я успею доехать или нет. Я только зашел в игру полностью. Подожди. Что подожди? Джеймс, его шо ты гонишь? Я строй собираю, шо я должен строю стоять? Ты Мигас Эдисон? Да. Гонишь-то только ты. Ты девятка? Да. Девятки стоят вот здесь, вот так. Лидеры стоят вот здесь, вот так. Стоят... Ты даже не сказал, стоят... в чем этот строй! Стоят. Почему строй? Стоят организаторы вот здесь. Все тихо, девочки, все будет хорошо. Я знаю, где стоят девятки.
При ЧС. Но у нас не ЧС. У нас просто готовность сейчас пару минут. Сбор у нас, да, готовность. Если мне не рассказал, в чем суть сбора заключается. И все. И их не было в строю. Я передам это генеральному прокурору и ваши шефы. Как ты можешь знать, кто у меня сейчас на работе, а кто нет? А, поверь, ФБР такая организация, которая знает все. А если бы мне сейчас не надо было туда ехать и собираться? Сейчас типа у меня сейчас. Пожалуйста. Типа у меня сейчас девятка на этом, на. А не, все окей. Забей. Ладно, окей. Не встану. Того вот там, блин, в телефоне можно зайти, типа мониторинг номеров госработы. Ну так это не парпе. Где вы только что вы шли, не думал. Я бы побрал. Назад. Кто не строил форму, форму снимите. Но, блин, я только что нашел, не знаю. Второй. Это удостоверение, не хочу сказать, без... Да. У тебя МВД хелпер. Я без МВД хелпера, а сейчас... Шов Агр, как-то я не помню. Блять. Как это без МВД хелпера? Хелп. Ну вот, шоу бачно. А кадет этот наш? Нет. Я офицеров собираю. Наш.
Политуков вы оставили или нет? Вова, как всегда, АФК. АФК без гейпа. Та-дам. Да, я тут что такое? В игру, посмотри. Типа удостоверение надо или что? Да. Напиши, я здесь. Простите, задумался. Я его подаст пас. Просто хотя бы в рабочий день сделали бы. Бля, Митчелл, ну вот какое напротив? Тут всегда становятся девятки на каждом теракте и ничто, и ничего. Ничего, со мной постоишь. Алло.
Влад, ты здесь? Да. Пошитесь и свободно. А что вы в спецзаданиях сидите? Да, тренировочный сбор был.